Природа сказала женщине: «Будь прекрасной, если можешь, мудрой, если хочешь, но благоразумной ты должна быть непременно». Прекрасную, мудрую, благоразумную Надежду Станиславовну Белевич с 75-летним юбилеем поздравляют сестра Мария, ее муж Александр, сестры Галина, Елена, брат Михаил, а также их семьи. Дорогая, любимая наша, мы от всей души поздравляем тебя с красивой юбилейной датой. Пожелаем тебе прожить каждый последующий день так же ярко, как и этот. Нас ты давно покорила своими талантами. Тебе характерна и твердость в решениях, сильный характер, острый ум, тонкий юмор, чувство такта и интеллигентность. Безусловно, это вызывает только любовь и восхищение с нашей стороны. Пожелаем тебе оставаться такой же красивой, доброй, нежной. Озаряй нас своим светом. Мы тебя очень любим. Чудес на свете не бывает, и юность не вернуть назад. А годы словно льдинки тают, но стоит ли о них вздыхать? С годами женщина мудрее, и в ней другая красота. И поступь гордая, и статность, очарование полна. Чтоб дольше это сохранить, желаем счастливо прожить. Не волноваться, не грустить, а главное – здоровой быть. Шагая по жизни от юбилея к юбилею, люди становятся мудрее, ну и не только. К наступившему юбилейному дню рождения Надежда Станиславовна Белевич стала не только мудрее, но и смогла сохранить привлекательность и душевную теплоту. С юбилейным днем рождения вас, Надежда Станиславовна, поздравляют племянница Ольга и ее семья. Дорогая, милая наша, сегодня ваш юбилей. Примите от нас поздравления и искренние пожелания. Как хочется нам обнять и пожелать вам терпения. В нашей жизни таков закон: если терпелив, значит не побежден. Вы оптимистка, живете с легкостью. Вы излучаете тепло. Ваш мудрый совет может зажечь свет надежды, отчего на душе становится светло. Ваша сила и успех в том, что вы смогли вложить любовь души во все свои дела. Да и других достоинств вклад. Везде, где вы, мир и покой. Так живите как можно дольше для того, чтобы на земле было больше добра и любви. Желаем созвездий из будущих лет, окрашенных в яркие краски побед. Пусть будут здоровье, удача, успех, звучат в вашем доме и шутки, и смех. Любовь пусть согреет, в пути сохранит, своим белоснежным крылом осенит. Пусть будут подруги, пусть будут друзья, и счастлива будет вся ваша семья. Есть светлый на земле приют, любовь и верность там живут. Все, что порой лишь снится нам, навеки приютилось там, то сердце матери. Дорогую, любимую мамочку и бабушку, Надежду Станиславовну Белевич, с 75-летием поздравляют дочь Жанна, Сергей, сын Олег, невестка, внуки Евгений и Ольга. Самые лучшие слова сердечные. Милая наша, любимая, от всего сердца мы желаем тебе всех благ. Неувядаема, мила, как солнечные дали, ты наш источник света и тепла. Ты весомо ходишь по земле и навсегда в наших сердцах сохранишь лишь самое почетное место. Милая, твоих достоинств невозможно преувеличить, сам Бог их гарант. Мы искренне благодарим за твою любовь, за нежную заботу, бескорыстную помощь. Нам очень хочется, чтобы Господь даровал тебе крепкое здоровье, много спокойных и радостных дней. Пусть тебе улыбается солнце по утрам, а вечера убаюкивает. Любим искренне и нежно. Ведь ты в мире человек нам самый близкий, и столько теплоты в твоей душе. Пусть все, что ты ждешь, осуществится, и будет жизнь полна счастливых дней. Тебе хотим отдать всю нашу нежность, как ты ее, родная, даришь нам. И радости желаем бесконечной, любимой, лучшей маме на земле.